Доброе утро! Как я устала от зимы! И если бы не спорт и невозможность зимних прогулок за городом, вообще было бы тяжко. Между прочим, от очень многих слышу, что угнетает вечная серость за окном. А одна моя наблюдательная приятельница говорит, что в хмурую погоду больше конфликтов и на работе, и в транспорте, и в магазинах. Ну, о магазинах мы сегодня еще будем говорить. Правда, не столько о них, сколько о том, что там и почем. Обывательская темочка, но мы же с вами бытовые люди, или, как сейчас любят говорить, социально адаптированные. Солнце, снег, дождь, ветер, гололед. Едим-то мы 3 раза в день, чаще, чем видим новости. Счастливый камень. Все секреты селенита. Благослови мой долгий труд. Пушкин и Пермский край. Никто не хотел уступать. Цены растут, торговые центры пустеют. Аттракцион неслыханной щедрости. Земля в центре почти даром. Как создается мода на здоровый образ жизни? Спорт, как известно, придает уверенности в себе. Я уж не говорю про здоровье. Ну, чем не залог успеха? Все остальное делаем мы уже сами, а в придачу мы получаем дополнительные опции. Меньше болеем и чувствуем себя счастливыми. Ну, к тому же появляется возможность показать друг другу новый лыжный костюм. Евгений с сыном Михаилом – заядлые лыжники. Каждые выходные стараются не упустить возможность, чтобы покататься. Традиционную лыжню России они пропустить точно не могли. Мы стараемся постоянно приезжать на эту лыжню России. И как бы это приятно, общение, много людей, отдых своеобразный. В этом году традиционная массовая лыжня России посвящена сразу двум крупным датам – 70-летию победы в Великой Отечественной войне и годовщине проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Лыжня России – самый масштабный зимний спортивный праздник в России. Проводится с 1982 года. В Прикамье гонка прошла в 11-й раз. В этом году на старт вышло более 5000 участников Перми и около 4000 в 27 муниципалитетах края. Это здорово, что мы заботимся о своем здоровье, что мы увлекаемся спортом. Сегодня, вы знаете, вся страна празднует годовщину со дня окончания Олимпийских игр, самых ярких Олимпийских игр в истории России, Сочинской Олимпиады, где мы завоевали самое большое количество наград. Я думаю, что награда в сегодняшней лыжной гонке – это наше здоровье. Вместе с олимпийцами и любителями активного образа жизни на лыжи встал и губернатор Виктор Басаргин. Глава региона принял участие в забеге на победную версту длиной 1945 метров. Ощущение в прямом и переносном смысле здоровое. Трасса, наверное, для спортсменов очень легкая, для начинающих тяжелая. Пермяки тоже остались довольны и не только трассой, но и самим праздником. Эмоции позитивные, все отлично, погода хорошая, детей к спорту приобщаем. Кроме того, участники лыжни России могут попробовать свои силы в одном из нормативов ГТО. Для этого необходимо преодолеть дистанцию в зависимости от возраста и физподготовки, а это 3 и 5 километров соответственно. Огромное количество участников в гонке – прямое доказательство того, что лыжный спорт популярен в Пермском крае. В Советском Союзе, в России лыжные гонки всегда были самым популярным, самым массовым видом спорта. И сегодня в Пермском крае, наверное, тоже некий бум. Возникла нормальная спортивная конкуренция в Пермском крае в лыжном спорте. Поэтому достаточно большой представитель сейчас на всех соревнованиях российских и пермских поступает наших спортсменов. Надеюсь, что результат будет обнадеживающий. По окончании гонки особо отличившихся губернатор Виктор Басаргин наградил специальными призами и медалями. Можно с уверенностью сказать, что лыжня России стала одним из любимых праздников пермяков. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Современная культура, и я это готова только поддерживать, создает культ молодости, отдавая предпочтение силе и здоровью. Все просто. Чтобы быть востребованным, нужно хорошо выглядеть.
И это условия, которые принимают все больше и больше людей. И даже если не о себе, то о будущем детей беспокоятся. Ну а кто, если не мы? Кирилл Лукверикадзе, всего 10, пошел в хоккей, потому что хотел стать сильнее и выносливее своих сверстников. Успел попробовать себя в роли нападающего защитника. Теперь играет на вратарской позиции. Каждый матч для него как финальный. Признается, когда встает на ворота, у него в голове одна мысль. В первый момент, чтобы не пропустить шайбу и все, а остальное все само будет. Бывает победа, иногда проигрываем, но это ничего страшного. Каждая тренировка расписана по минутам. На скорость, работа над физикой, обводка, тренировка ловкости. Ребята в этом спорте всего 2-3 года, но уже знают определенные хоккейные ритуалы. Вот, например, удары клюшкой по льду символизируют уважение к партнеру по команде или сопернику. На этот раз губернатору края Виктору Басаргину. Виктор Басаргин лично вбросил первую шайбу в рамках первенства Перми среди команд турнира «Золотая шайба». Развитие массового спорта, в частности хоккея, как одного из самых любимых в Прикамье видов спорта, одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Виктора Басаргина. Хоккей – это спорт самых мужественных ребят. Вы знаете, что это самый контактный вид спорта. Поэтому... Еще раз говорю, в него играют настоящие мужчины. В конце минувшего года был подготовлен проект по развитию детского и юношеского хоккея в Приволжском федеральном округе. Отправная точка проекта – развитие всероссийского турнира «Золотая шайба» и поддержка команд региона. Ежегодно в край на развитие хоккея выделяется 2 миллиона рублей. Всего в Пермском крае 56 открытых хоккейных площадок. В Перми таких площадок 8. Вот, например, это хоккейная коробка на Качалова 15. Сейчас здесь на матче «Рубин» здоровье. Идет второй период. Пока ничья 1-1. Теперь воспитанникам хоккейного клуба «Здоровье» не придется тратить время на уборку хоккейной коробки. Подарок от губернатора – снегоуборочная машина. И даже если ребята не свяжут свою жизнь с большим спортом, многие из них обязательно проникнутся спортивной закалкой. Да и для здоровья полезно. Руслан Пепеляев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Сокращается количество спонтанных покупок, а цена тех, что впрок, становится выше. Но главное – выбор-то огромный. А если вам повезет, то и в шаговой доступности приедут прямо к вам во двор. Сельхозярмарка в новом формате или все новое – это хорошо забытое старое. В Соликамске производители и перерабатывающие предприятия реализуют свою продукцию прямо с машин. Без посредников, без накруток, по приемлемым ценам. Для производителей продукция выставляется на показ народу. Тут уже конкретно узнают люди. Мы расширяем круг продаж, люди от нас больше узнают. Не каждый может себе позволить по кошельку прийти в такой большой супермаркет или гипермаркет. А здесь адекватный ценник от производителя. Цены удалось снизить в том числе и за счет того, что места участникам ярмарки предоставляют совершенно бесплатно. Цепочка производитель-покупатель сократилась до минимума. Так, цены на рыбу здесь в 1,5 раза ниже среднерыночных. На мясо ниже, чем в магазинах города, на 10-30%. Кроме цены, покупатели уже смогли оценить и качество продукции. Конечно, это очень полезно. И когда все фирмы Пермского края приехали сюда к нам, представили свою продукцию, можно сказать, сразу с производства и минуя прилавки многих-многих, может быть, посредников, это очень здорово. Меня привлекает в первую очередь то, что у нас свежая продукция. Я надеюсь очень на это. Ну и цены, мне так показалось, что да, цены чуть ниже даже, чем в некоторых магазинах. По заданию губернатора Виктора Басаргина, краевое правительство формирует комплекс мер по обеспечению экономической стабильности. И ярмарка в Соликамске – то мероприятие, которое уже запущено в работу. Формат ярмарок некогда очень популярный, но со временем забытый, теперь имеет шансы на возрождение. Для нас очень важно, чтобы ярмарка – это была не просто продажа продукции, а элемент культуры, развлечения, чтобы можно было прийти с детьми, отдохнуть. Очень важно в эту сторону думать. И здесь как раз основной, кто этим должны озаботиться, это муниципалитеты, чтобы ярмарка четко вписалась в какое-то мероприятие. Подобные мероприятия выгодны как потребителям, так и производителям. Для фермеров это новые точки сбыта, а для покупателей возможность приобрести качественный товар по приемлемым ценам. Соликамская ярмарка уже показала большую заинтересованность обоих сторон в подобных мероприятиях. В выходные сельхозярмарка пройдет в Березниках. И далее
распространится по всему краю. Ритис Бараускас, телекомпания «Ветта». Дешево хорошо не бывает. Соглашусь. Но иногда прям волна злости захлестывает из-за разности стоимости вчера и сегодня. Ну с чего? Это... Не подумайте, что я одна такая. Люди говорят. Партнер проекта – медицинский центр «Медиана». На продовольственные очень плохо. Плохо, что на лекарства, потому что зарплаты все те же. Плюс у нас, по-моему, там ничего не меняется в жизни, а все дорожает. А жить на что людям? Даже пенсионерам. Техника подорожала очень сильно. Какая именно? Телевизоры. Вот я хотела телевизор купить, и не купила, и все, уже не куплю. На молочные продукты, наверное, яйцо. Так, больше не вспомню. Ну, на продовольственные, я считаю, что цены незначительно выросли. А вот, ну, не так давно покупала джинсы. В общем-то, цена сохранилась на уровне 2014 года. Ну, конечно, плохо, что все поднимается немножко, но будем терпеть, что делать. Сахар, гречка, все. Ну, сумма на электронику сильно повысилась. Ну, на продукты тоже, да, значительно есть. Продукты почему? В основном-то это наше производство, тем не менее цены все равно поднимаются. За компанию, видимо. На каждое повышение должно быть объяснение. На каждое объяснение должен быть документ. Я ведь всегда все пойму, если мне правильно все объяснят. А за последние 20 лет приучили, что правильно может объяснять только прокуратура. Вот их и послушаем. С января по февраль прокуроры края проверяли магазины и аптеки на предмет завышения цен. Окончательные итоги работы ожидаются в конце этой недели. Продукты первой необходимости, такие как гречка, курица, яйца, овощи и сахар, держат на особом контроле. По нарушениям на рынке ценообразования, по словам Владимира Черкасова, меры применяются незамедлительно. По этим мелким нарушениям, по ним по всем приняты без исключения меры реагирования, возбуждены административные производства. Часть из них из дела уже административных рассмотрена, уже виновные привлечены к ответственности. На сегодняшний день вот не все проверки закончены, потому что механизм ценообразования достаточно сложный. Эксперты советуют владельцам торговых центров держаться за якоря и брать арендную плату в процентах от продаж. Но это всего лишь рекомендации, и к ним мало кто пока прислушивается. Удивительный спрос декабря, когда люди покупали по 14 холодильников, вряд ли повторится. И тут как в кино. Никто не хотел уступать. А придется. Придется договариваться, считает Стас Уланов. Снимите это немедленно. Эксперты в области коммерческой недвижимости фиксируют профицит предложения на пермском рынке. Вкупе со снижением покупательских потоков по отдельным торговым центрам в январе минус 5-7% по сравнению с январем прошлого года и, как следствие, падением выручки, некоторые оценивают потери в 30-50%. Ожидания многих арендаторов не соответствуют тем ставкам, что предлагают собственники. Еще в декабре причиной возможного переезда сразу нескольких магазинов с брендами среднего и выше среднего ценовых сегментов из одного из самых крупных пермских ТЦ называлось недовольство бизнесменов увеличением с нового года арендных, коммунальных и маркетинговых платежей. Если ранее были какие-то очереди, очень много заявок у нас, как у экспертов в агентстве недвижимости, то на сегодняшний день, к сожалению, очередей в плане арендного бизнеса у нас нет. И когда к нам обращаются собственники, мы, к сожалению, не можем предоставить тот список, которым бы могли пользоваться наши собственники. В среднем, получается, от 10 уже до 30% снижение ставки произошло. Вот. Где-то собственники с этим соглашаются и идут на уступки в сторону арендаторов, где-то, к сожалению, не соглашаются, и арендаторы уходят на другие объекты. Благо, выбрать есть из чего. Собственники помещений сейчас все охотнее идут на компромисс, а арендаторы все настойчивее предлагают свои условия. 30-процентным дисконтом сейчас уже никого не смутишь. Известно ведь, кризис – время возможностей. Вот это помещение на Комсомольском проспекте только после ремонта и уже готово к приему арендаторов. Кафе, бутик или салон красоты. Эксперты утверждают, с учетом корректировки арендных ставок, сейчас самое время начать свое дело. Вот летом этого года
Была одна цена, сейчас, конечно, другая уже. Ниже? То есть понизилась, да. Буквально за полгода цена понизилась. Но в любом случае надо договариваться с арендатором и, ну, просто в диалог выходить, кого-то так садить. Вот, и в дальнейшем уже, не знаю, смотреть, как у них бизнес идет. Тем не менее, некоторые специалисты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости аренды. Для сравнения, средняя ставка в главных торговых коридорах Екатеринбурга уже опустилась до 1200-1400 рублей за квадратный метр. У нас, например, на Комсомольском проспекте она колеблется от 1500 до 2500. Более того, наличие арендатора, несомненно, повышает инвестиционную привлекательность объекта. Помещения, в которых есть арендаторы, их интереснее стало покупать. Вот. Поэтому можно просчитать какой-то определенный уровень стабильности, уровень дохода, уровень инвестиций. Если арендатор съедет, то сейчас такая ситуация, что не факт, что в ближайшее время можно будет найти другого арендатора. Поэтому если арендатор показывает все признаки жизни, хочет жить и работать, да, то есть за такого арендатора лучше держаться и пойти ему навстречу. Как выяснил ВЦИОМ, состояние экономики возглавило список главных, по мнению россиян, проблем страны. Лишь 7% считают экономическую ситуацию в России хорошей. 46% опрошенных уверены, дела в экономике обстоят даже хуже, чем говорят. А потому достижение компромиссного решения, возможно, будет на руку всем, в том числе и нам, потребителям. Станислав Уланов, Георгий Тимофеев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Однажды, очень давно, я увидела объявление. Продается старенький, но очень хороший холодильник. Я даже позвонила из любопытства, но его уже продали. Похожая ситуация может повториться на рынке вторичного жилья. Я не специалист, но этому прогнозу я верю. Рекордные 81 миллион квадратных метров жилья сдали в 2014 году в России. За год до этого на 11 миллионов меньше. Между тем, почти половина нового жилья в стране построена лишь в 12 регионах. В Перми за минувший год строители возвели почти сакральные чуть больше 1 миллиона квадратов. Эксперты, впрочем, утверждают, кризис внесет свои коррективы в строительные планы регионов. Многие строительные компании уже приостановили реализацию своих проектов. Большинство застройщиков отмечают – от 60 до 80% новостроек приобретают за счет ипотеки, ставки по которой выросли до 20% и выше вместе с ключевой ставкой Банка России. Люди бегут покупать жилую недвижимость для того, чтобы сохранить свои деньги. Да, берут ипотеку под высокие проценты, значит, ну и чисто экономически это не обосновано, это именно эмоциональный всплеск. Что дальше будет? Ну, я думаю, конечно, такого падения значительного не будет, все-таки и себестоимость выросла, да, но корректировка примерно там, процентов 30-40 нас, я думаю, ожидает. Впрочем, в этом году объемы строительства за счет сокращения спроса снизятся несущественно, прогнозируют специалисты. Проблема в том, рассказал изданию «Эксперт», заместитель директора ЗАО «Олимпик Сити» Дмитрий Рябов, что девелопер готовит площадку 2 года. Сейчас многие приостановили свои планы по подготовке площадок. Если ситуация с кредитами и ипотекой стабилизируется только через год, то понадобится еще минимум 1-2 года для подготовки новых площадок. Подготовка – это как раз период согласования и подведения инженерных сетей и многое другое. Вот этот период и будет провальным. Представители агентств недвижимости все же признают, что спрос на недвижимость есть, однако ищут покупатели в основном дешевую вторичку. Но сроки экспозиции квартиры на вторичном рынке достигли нереальных величин и длятся дольше, чем в кризисном 2008 году. На цену вторичного жилья сей факт, впрочем, не повлияет значительно, уверены многие, такого жилья может просто не стать. Таким образом, в кризисные и посткризисные времена сохранить темпы строительства смогут как раз те регионы, которые помогают готовить инвесторам площадки в сжатые сроки или уже сами подготовили их. Сергей Штерн, Станислав Уланов, телекомпания «Ветта». Почему-то все предпочитают старый центр. Никто не хочет жить на окраине. А ведь это так романтично. Ни тебе дорог, ни тебе поликлиник, ни тебе транспорта. Ну не хотят жить там люди. Все лезут в центр, как будто он резиновый. Помните героиню фильма «Москва слезам не верит»? Она так говорила про Москву. У нас, похоже, тоже не верят ни слезам, ни Москве. И поэтому строят как хотят и где хотят. Аттракцион невиданной щедрости. Меньше 1000 рублей за 1 квадратный метр земли в самом центре Перми. Как говорится, дешевле только даром.
30 декабря прошлого года 17 соток земли внутри квартала Компрос, Белинского, Полины Осипенко, Пионерская были проданы за 1 миллион 629 тысяч рублей. Эх, знать бы об этом заранее, можно было бы неплохо инвестировать. Не знали о проводимых торгах и жители, которые десятилетиями обустраивали двор, по праву считав его своим. У них даже мысли не возникало, что на месте детской площадки и хоккейной коробки может появиться нечто. Тем более, что и проехать сюда проблематично. Данный квартал, он построен замкнутым. То есть именно геометрия квартала такая, что он ограничен 5 домами и внутри закрытая территория. Проезд только через арки или проезды вдоль дома. Так как наружная часть данного квартала, получается, выходит или на Комсомольский проспект, на Большую улицу, или на Белинского, или, значит, здесь у нас на Полина Осипенко, она не такая значимая, но тоже проезд. Более того, как отмечают старожилы, лет 70 назад на этом месте был пруд. Соответственно, почва здесь совершенно не предназначена для строительства. Об этом заявляет и заслуженный строитель России Николай Васькин. Ведь строить здесь дом рядом с домами, которым 60-70 лет, это же опасно разрушению. Есть нормы, по которым надо провести заранее предварительное исследование, а потом это дело рассматривать. И кроме того, нарушается инсоляция, освещенность. Согласно плану, этот участок относится к зоне спортивных сооружений. Другими словами, тут может быть возведен некий спортивный объект. Но жители опасаются того, что здесь построят многоэтажный бизнес-центр, который лишь формально будет относиться к спортивному. Ведь здесь уже появилась некая конструкция в виде будки, которая, по словам жителей, признана капитальным строением и спортивным объектом. Но больше всего людей поражает, как была разделена территория. Интересная ситуация, что сама площадка имела площадь 300 квадратных метров. Уже потом, когда мы стали оспаривать проекты межевания и все прочие документы, выяснилось, что она, оказывается, увеличилась до 1700 квадратных метров. Хотя по проекту межевания от 1993 года данный участок имеет площадь всего 16 соток. За счет территории какого дома он увеличился на 100 квадратных метров, до сих пор остается загадкой. Точно такой же загадкой для жителей остается новая схема межевания, согласно которой часть детской площадки отходит новому собственнику, а также доступ к одному из боксов местного гаражного кооператива получается полностью перекрытым. С одной стороны, владельцы последнего годами не могут получить право собственности на землю под ГСК, которому уже несколько десятков лет. А с другой стороны, новый собственник внутридворового участка, который все оформил быстро и недорого. Мы сделали запрос в департамент земельных отношений города, и сегодня нам пообещали дать официальный ответ. Ритис Барауска, Дмитрий Маклыгин, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Интересное рядом. Помните, был такой дивный раздел в журналах? Сейчас такое быстро становится легендами. Пушкин и Пермский край. Нам есть о чем поговорить. Партнер рубрики – группа предприятий «Цербер». «Цербер» – это гарантия вашей безопасности. Как-то мы рассказывали, что, скорее всего, в 1919 в Перми у одного из чиновников колчаковской администрации хранился перстень Пушкина. Знаменитый талисман поэта, о котором сложено столько легенд. А вот еще одна история. На рубеже 19-20 столетий директором народных училищ Пермской губернии был Алексей Пахомович Раменский, представитель известной учительской династии. Он и его предки сеяли разумное, доброе, вечное на протяжении 2 столетий. Алексей Пахомович, к слову, разработал первую на Урале программу всеобщего начального образования. Отклонили. Дескать, вопрос это государственный и не может быть решен силами местного земства. Раменский был большим любителем поэзии. Как он добивался в 1902-м проведения в Перми публичной лекции о творчестве Лермонтова. Губернатор не взял на себя ответственность, отослал бумаги в столицу. После долгих проволочек из Петербурга пришло разрешение на лекцию, но только по заранее представленной программе, без права выхода за ее рамки. А теперь о более поздних временах. Книги из библиотеки Раменской попали в одну из столичных библиотек. Много было передано старых, совершенно уникальных изданий. Книг и забытых. И тех, которые спустя столетия, как говорится, на слуху. И внимательные сотрудники обнаружили в изданном много лет назад томике произведений Вальтера Скотта рукописные строки. Вот они. «Как счастлив я, когда могу покинуть докучливый шум столицы и дворца, уйти опять в пустынные дубравы, на берега их молчаливых вод». И подпись.
подпись. Подпись, которая опытным, искушенным сотрудникам библиотеки показалась знакомой. Позднее несколько видных пушкинистов пришли к выводу. Это автограф великого поэта. Вот так один из предков директора народных училищ Пермской губернии был знаком с Александром Сергеевичем. Да мало того, хорошо знаком. Вряд ли Пушкин стал бы подписывать книги человеку ему малосимпатичному, да еще предваряя подпись строками, пусть и не рифмованными. Этот томик Вальтера Скотта одно время был в Перми у Алексея Пахомовича Раменского. Жаль, что попала книга не в Пермскую библиотеку. Сколько наших земляков с трепетом смотрели бы на книжную страницу, где есть несколько строк, написанных рукой Александра Сергеевича Пушкина. Можно только представить. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Советские праздники могут отменить. Так пишут, чтобы избежать дублирования некоторых дат в красном календаре. Все правильно. За работу! Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». ФАС может запретить создание муниципальных предприятий в сфере ЖКХ и общественного транспорта. Дмитрий Махонин считает, что такие компании вредят конкуренции. Читаем в электронной версии еженедельника «Новый компаньон». Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России, бывший начальник регионального ведомства Дмитрий Махонин прокомментировал создание муниципальных предприятий в структуре администрации Перми. По мнению Дмитрия Махонина, муниципальная управляющая компания, открытая в Перми в конце января, может навредить другим участникам этого рынка. Цитирую. «Я скептически отношусь к этому решению, особенно там, где это создание не нужно. Муниципальные предприятия должны существовать там, где это касается вопросов безопасности или обороны. Там, где существует рынок и государство дает компании возможность развиваться, муниципальное предприятие получит привилегированное положение. Это ничего хорошего для развития конкуренции не дает». Конец цитаты. Масштабные аферы вскрыты при расследовании ряда уголовных дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Кизела. В последние годы там побиты все рекорды по долгам за газ и электричество. Но не жители тому виной. Деньги разворовывались на протяжении многих лет. «Звезда» публикует журналистское расследование, которое провел корреспондент Юрий Сафонов. Схема, по которой исчезали деньги, была разработана и осуществлена местным кланом, глава которого привлекается теперь к уголовной ответственности. Подробности аферы в свежем номере «Звезды». С февраля по апрель этого года предприятие «Прикамье» уволит более 3000 работников, сообщает «Коммерсант». В январе 2015 года в Пермском крае попали под сокращение 964 работника. Из них новую работу нашли 502 человека. С февраля по апрель работу потеряют 3244 работника. Такие данные изданию сообщили в Краевом агентстве по занятости населения. В частности, в феврале предприятие края планирует сократить 805 человек, в марте – 1408, в апреле – 1131 человека. Как утверждают в агентстве по занятости населения, динамика высвобождения персонала находится в пределах ежемесячных колебаний за период с 2011 по 2014 годы. Уровень безработицы в Пермском крае по состоянию на 2 февраля 2015 года составляет менее 2% от работающего населения, пишет автор статьи Константин Стерлядев. Чтобы решить судьбу двух плавающих мандатов в законодательном собрании, в Пермь приехал депутат Госдумы, пишет «Бизнес-класс». В Пермь прибыл депутат Государственной Думы, член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир Бурматов, назначенный руководителем одного из межрегиональных координационных советов «Единой России». В зону ответственности депутата «Единоросса» входит в том числе и Пермский край. По информации издания, в Перми Владимир Бурматов проведет серию встреч с руководством регионального отделения партии, главой региона Виктором Басаргиным, а также с представителем Краевой избирательной комиссии Игорем Вагиным. Запланировано решение текущих задач. На встречах речь будет идти в том числе и о распределении плавающих мандатов в законодательном собрании, сообщил «Бизнес-классу» источник знакомой ситуации. Лучше иметь, чем не иметь. Ну, кто ж спорит? Но многие предпочитают домашние условия хранения денежек. Услуги-то дорожают. Партнер проекта «Торговый центр Мачта» на Маршрутной 9. Выгодные решения для ремонта и обустройства дома. Хорошие цены, широкий выбор, только нужные покупки.
Добрый день. Денежные переводы растут в цене из-за изменений миграционного законодательства. В конце прошлого года сеть Unistream, занимающая второе место по объему переводов по России и странам СНГ, увеличила тарифы на свои услуги сразу на 13%. Теперь все переводы внутри этой сети стоят одинаково – 1,7% вне зависимости от суммы. Такие условия действуют для всех стран, кроме Киргизии. В прошлом году мигранты отправили домой через сети денежных переводов примерно 4 миллиарда долларов. В конце прошлого года из-за кризиса их доходы существенно сократились, многие покинули Россию. Отток мигрантов в сервисы денежных переводов ощутили сразу. С этого года изменилось миграционное законодательство, и теперь операторы не надеются на приток работников из Азии. Переводы в страны СНГ – основное для систем денежных переводов. Поэтому они неохотно меняют условия. И тем не менее ситуация вынуждает. Первая в прошлом году повысила тарифы Western Union. Рассматривает возможность повышения тарифов и система близко. По мнению представителей этого бизнеса, стоимость услуг сетей денежных переводов до конца года приблизится к 2%, что означает рост тарифов не менее чем на 25-30%. Это были правила денег. Во всем мире умение делать что-то такое, чего не может больше никто, вызывает восхищение. А возможность продавать свое умение, безусловно, внушает уважение. Есть прикамье мастера, чьи работы знают во многих странах мира. Даже если вы об этом знали, восхититься с утра чем-нибудь красивым полезно для цвета лица. Настя Петухова вернулась со съемок нежно-розового цвета. И все от восхищения. Здравствуйте, это рубрика «Такой большой, малый бизнес». Наша съемочная группа приехала в поселок Красный Исыл на камнерезное предприятие. А наш герой – современный Данила Мастер. Знакомьтесь, Владимир Ведерников. Здравствуйте. Камнерезный бизнес, который возглавляет Владимир, с богатой историей. Красный Исыл – село мастеровых, где добывают и обрабатывают селенит. Это редчайший минерал. Здесь, в Ординском районе, одно из самых крупных его месторождений на планете. Отсюда и промысел. Промыслу больше 200 лет уже. Начинали тут с производства пуговиц, пряжек. Ну, потом, в 1614 году, местное земское собрание выделило деньги для обустройства здесь промысла. Были приглашены художники, собирались артели, люди начинали тут мастерить уже фигурки. Большие коллективы собрали, и вот образовался комбинат «Уральский камнерез». Хобот здесь вот пережат, надо делать равномерно, то получается. А если здесь потоньше убрать, чуть-чуть не надо? Не надо здесь уже тоньше делать, тоньше уже некуда. К его советам прислушиваются даже сотрудники со стажем. Владимир Ведерников по образованию художник-камнерез. Работал учителем труда и мастерил поделки в школе до тех пор, пока не решил стать предпринимателем. Теперь в Красном Исыле под его руководством трудится около 100 человек. Душой делаешь, это же каждый резок, это же все с душой сделано. Просто это моя вот любимая работа, мне другой не надо. Многие мастеровые в этом цехе – представители династии. Из поколения в поколение передают секреты мастерства. И, кажется, интерес к камню не иссякает. Художники Красного Исыла воссоздают образы из любимых сказок. Виртуозное владение рашпилем и стамеской позволяет умельцам создавать настоящее произведение искусства. А вот подмастерьям, таким как я, придется начинать с самого простого. В руках чудесных мастериц Красного Исыла оживает камень. Попробую и я. Если селенит мягкий и теплый, то кальцит более твердый и капризный. Посмотрим, подастся ли он мне. Расскажите, как нужно обращаться с камнем? Стамеску держите как ручку, вот обычно пишем, когда, и упираемся вот этим вот широким концом в плечо. Угу. Вот надавливаем, как бы даже плечо, можно сказать, помогает. Камнем упритесь вот сюда, потому что упор. Mm-hmm.
На обучение камнерезному делу может уйти несколько лет, но здесь всегда рады ученикам. За сохранение традиции Владимир Ведерников был отмечен на краевом конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Лучший проект в области ремесленничества и народных промыслов». Это было очень неожиданно, что я стал предпринимателем года. Вот я никак не рассчитывал, не планировал. Очень приятно, что оценили именно наше производство. Это бывает очень редко. Заметили. Будем надеяться, что внимание к нам будет еще больше приковано. Фигурки из селенита прославили местных камнерезов на всю страну. Более того, еще с советских времен поделки в большом количестве отправляли за рубеж. Вот они, уральские самоцветы. Посмотришь на музейные работы и начинаешь еще больше гордиться земляками. Мы так редко видимся, хотя и живем под одной крышей. Я чаще вижу коллег, чем собственного мужа. Многие пары жалуются на то, что им слишком редко удается выкроить время друг на друга. В 24 часа нужно уместить карьеру, пробки на дорогах, хозяйственные дела, время на общение с друзьями, родными, еду, салон, не говоря уже об отдыхе и сне. Спорт. Вот один из способов укрепить отношения. И у некоторых, я знаю, получилось. Все новое, хорошо забытое старое. Вот и в компании «Стар» в свое время восстановили традицию проведения спартакиад. В этом году уже 60-й по счету соревнования. Мини-олимпиада собирала десятки спортсменов-любителей. Эти мероприятия мы проводим регулярно, но в этом году мероприятие, наша спартакиада, ее открытие, она юбилейная. Исполняется 75 лет со дня выпуска первого карбюратора, на котором летала наша авиация, гражданская, военная авиация. Предприятие «Стар» – это как одна большая семья. Работают и отдыхают вместе. Отдых при этом предпочитают исключительно активный. А если проводят корпоративные соревнования, то всегда на высоком уровне. Работники в большинстве своем у нас очень дружные и, конечно же, с радостью отвлекаются на все наши инициативы по проведению спортивных соревнований, а также культмассовых. Посмотрите, сколько сегодня, в этот морозный день, много народу собрало наши традиционные уже соревнования. Все участники серьезно относятся к спартакиадам. Каждый хочет быть победителем. Конкуренция просто зашкаливает. И все решает последние секунды на финишной прямой. Ну что чувствуют победители? Всегда, мне кажется, одно и то же. Радость. Ну выигрываю по-разному, по-разному. Когда бегаю и занимаюсь хорошо, тогда выигрываешь. Впереди у работников старой их семей весенняя эстафета. Так сказать, закрытие сезона. И самый главный праздник для сотрудников предприятия – День авиации. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Стало грустно? На лыжи. Раздражены? Поможет тренажер. Как говорят опытные врачи, чтобы вернуть потерянное равновесие, сначала необходимо снизить эмоциональный накал, причем для каждого переживания подойдет свой вид физической активности. Ну а если с активностью не очень, то магнитотерапия вам в помощь. Здоровья для! Специальный есть индикатор, который показывает, что есть магнитное поле на каждой катушечке, да, то есть 4 магнитных катушки, которые можно приложить, если вот вы, допустим, хотите спину лечить, вот так вот просто прикладывает. Доступен и прост в использовании. Наверное, эта фраза лучше всего характеризует «Алмак» – изделие Елатомского приборного завода. Он использует принцип бегущего импульсного магнитного поля, лечит широкий спектр заболеваний – от переломов до дерматитов. Причем не только на словах в инструкции, но и на деле. Огромный просто спрос. Почему? Потому что, в принципе, люди видят результат. То есть они приходят, сначала один покупают, потом видят результат, покупают своим знакомым или родственникам. Потому что, в принципе, во многих стационарах сейчас именно «Алмак» используют для лечения различных заболеваний. По большому счету, выбирая «Алмак», вы приобретаете домой своего рода мини-клинику или санаторий. Прибор не требует никаких специальных знаний и навыков для его использования. Выбираете нужную программу и направляете на зону, вызывающую беспокойство. И еще один очень важный момент. Об этом мало кто говорит, но «Алмак» и другие изделия Елатомского приборного завода можно использовать для профилактики. Если человек уже знает, что у него какие-то там обострения бывают, да, то есть сразу можно, вот как только чуть-чуть почувствовал какое-то недомогание, можно сразу им пользоваться.
Например, в пору эпидемии ОРВИ и гриппа подойдет другой прибор Елатомского завода – «Фея». Он устранит многие беспокойства, связанные с заложенным носом или першащим горлом, ну или ликвидирует их на начальной стадии. Конечно, в современном ритме мегаполиса иногда хочется отлежаться пару дней дома в постели, но лучше все же не превращать место своего ежедневного отдыха в больничную койку, а посвятить минут 15 в день оздоровительным процедурам с изделиями Елатомского приборного завода. Здоровья для! Творчество произошло от слова «творить». Посмотреть, что могут другие, всегда любопытно. Найдите минуточку-другую. В этом году исполняется 70 лет со дня победы нашей страны над фашизмом. Ясно, что само 9 мая пройдет с особым размахом, и вполне логично, что на протяжении всего 2015-го по поводу круглой даты будут продолжаться праздничные мероприятия. Всего их запланировано больше 300, и почти половина из них связана с подрастающим поколением. Так, например, ученики пермских школ должны стать участниками программы «500 уроков о победе». Это кинопроект, посвященный Перми военного периода, когда в наш город были эвакуированы многие промышленные предприятия и знаменитая Мариинка. Таким вот образом школьники максимально детально познакомятся с важным историческим событием. Также ребятам предложат сыграть в историко-краеведческую игру под названием «Город открытий». Это такой комплекс мероприятий, связанных с знанием истории города Перми, мест в городе Перми, посвященным войне. Это и здания, это и люди, это и улицы, это и герои, которые жили в нашем городе. Очень много событий, они разбросаны по различным информационным источникам. Задача собрать это все воедино и подать это как единый материал для молодых ребят и вовлечь их в интерактивную программу. Тем, кто, наконец, устал от жизненных бурь и ищет тихой жизни, советуем нанести визит в Пушкинскую библиотеку. Здесь открылась выставка, которая так и называется «Тихая жизнь». Ее автор – известный пермский художник Алексей Балмасов. Кто-то назовет его работы «Прелестные пастельные пейзажи с уютными домиками и натюрморты со спелыми грушами» мещанским счастьем. Но мы-то с вами понимаем, тот, кто ищет тихую заводь после судьбоносных штормов, знает цену такому вот тихому счастью. К тем же, кто наоборот хочет экзотики и путешествий, тому самая дорога в дом художника. Здесь экспонируются работы японоведа Сергея Болховитина. Называется выставка «Тропоя Бодхидхармы» и посвящена, как можно уже догадаться, японской культуре. Искусство страны восходящего солнца, связанное с иконографией буддизма, весьма своеобразно. Главную роль здесь играет не объем, а плоскость, линия, цветовое пятно. Изображение создается на бумаге тушью, одним-двумя кистевыми мазками. Тем не менее, такой вот лаконизм действительности умудряется выражать ее разнообразие и величие. В этом, можно сказать, и кроется секрет японского искусства. В малом выразить бесконечное. Выставка продлится до 26 февраля. Мифологии оптимизма с вами готовы поделиться в галерее 2517. Здесь открылась выставка Александра Грекова. Это тот самый пример, подтверждающий истину, что действительно талантливый художник не просто владеет безупречной техникой, а является камертоном окружающей действительности. Мифология оптимизма о том, как не опуститься до холодного равнодушия и сохранить и приумножить то лучшее человеческое, что дано нам Создателем. Бывают дни, когда даже не веришь, что бывает лето. Ну, хорошо, что есть календарь. Так что, если вам взгрустнулось по поводу серого утра, перелистните листочек с надписью «Февраль», и вы увидите свежую зелень марта. Ну, преувеличиваю, конечно. Мы же с вами знаем, что лето обязательно придет. А сегодня как раз еще один день навстречу. Пошли! Сегодня днем в Перми ожидается облачная погода, снег. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха днем -4, -6 градусов.